Зверская война против Украины продолжается уже более 2 месяцев. Российские войска обстреливают мирные города, уничтожают инфраструктуру и социальные объекты независимого суверенного государства. На защиту нашей страны от агрессора встали не только вооруженные силы и простые жители, но и множество известных модных брендов. Среди них Шанель, Бальман, Баленсиага, Жакмюз. Престижный модный дом Balenciaga был одним из первых, кто выразил солидарность и поддержку украинцам. А все потому, что его креативный директор Демна Гвасалия о войне знает не понаслышке. 12-летним ребенком он из-за военных действий был вынужден с семьей бежать из родной Грузии. С началом вторжения России в Украину Демна удалил все публикации со страницы в Инстаграме, оставив только украинский флаг. Кроме того, свою новую коллекцию Гвасалия посвятил нашей стране, подарив всем гостям показа футболки в сине-желтых цветах. Держись, Украина! Мы понимаем, как сложно сейчас быть на вашем месте. Поддерживаем и стоим вместе с Украиной перед лицом российской агрессии. Демна Гвасалия, креативный директор Balenciaga. Не осталась в стороне и икона свадебной моды Вера Вонг. На официальной странице модного дома в Инстаграме дизайнер опубликовала снимок со своей командой в сине-желтых футболках, а также создала модные образы в цветах украинского флага. От всей моей банды «Украинцы, мы с вами», — написала Вера Вонг. Неоценимую поддержку Украине также оказал итальянский модельер Джорджо Армани. Показ в рамках недели моды в Милане он провел в полной тишине. Таким образом, дизайнер проявил уважение к мирным людям, вовлеченным в разворачивающуюся трагедию в Украине. Впрочем, модные бренды с мировым именем помогают не только словом, но и делом. Большинство из них прекратили сотрудничество с российским рынком, а также активно оказывают финансовую поддержку Украине.